Более 200 тысяч человек посетили крупнейшую в Подмосковье новогоднюю площадку, которая открылась 26 декабря на Соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот». Старт семейному фестивалю дали министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Работать площадка будет всю зиму. Основное требование гостям – соблюдение мер предосторожности. Маски, дезинфекция рук, социальная дистанция.